Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И сегодня я хочу вас познакомить с моим новым помощником. Дело в том, что я недавно купила для себя вот этот вот парогенератор. И вы знаете, несмотря на то, что я в принципе не фанат глажки, я всегда обходилась маленьким, скромненьким размером, видите, да? Вот таким вот утюжком. Но я купила себе вязальную машину и поняла, что я без парогенератора просто теперь не обойдусь. Это теперь необходимость. Раньше я вязала вручную. Вы знаете, кто смотрит меня, что я люблю вязать сверху вниз, без швов, от одной ниточки, чтобы не было узелков. И там, в принципе, не надо ничего отпаривать. А вот на машине надо связать отдельные детали, каждую деталь отпарить, чтобы это потом хорошо все сошлось и сшилось. И чтобы было качественно и красиво, обязательно нужен парогенератор. И что же я сделала? Я, естественно, отправилась в интернет на поиски. Перебрала все модели, посмотрела все параметры, я изучила про парогенераторы, все от и до. В итоге склонялась к тому, что мне нужен профессиональный парогенератор, но он мне не нравился своим дизайном. То есть там такая металлическая коробка, это емкость для воды, и такой утюг, он какой-то фабричный, что ли, не нравился он мне. Но раз я уже залезла в интернет с поиском, то сами понимаете, со всех сторон начала мне сыпаться реклама. Я всю эту рекламу изучала. И, наконец-то, я нашла то, что я искала. Посмотрите, какой дизайн, какой красавчик, да? Вообще, прелесть, прелесть. Ой, какой он приятный, какой он красивый. А какие у него параметры? Сейчас я вам все подробно расскажу. Итак, этот красавчик называется Eisenhof. Название такое приятное, да? Модель VS700 Pro. То есть, сами понимаете, да, я хотела профессиональный, а вот эта вот приставка Pro говорит сама за себя. Значит, у него самые лучшие параметры, и он подходит для профессиональной глажки. Этот парогенератор подает пар под давлением 8 бар. Обеспечивает паровой удар 500 грамм в минуту, а если это непрерывная подача пара, то 125 грамм в минуту. Представляете, какие параметры? То есть я-то знаю, я сравнивала, что даже у профессиональных парогенераторов, которые я хотела покупать, которые я выбрала до того, они намного уступают в параметрах. Этот парогенератор подходит для любых видов тканей, потому что у него регулируется и сам вот этот вот утюжок, то есть подошва, нагрев подошвы. И также регулируется интенсивность пара вот здесь вот на дисплее. И тем самым отрегулировав, значит, температуру подошвы и интенсивность пара, мы сможем подобрать необходимые настройки для любых видов тканей. Соответственно, очень сложные виды тканей, такие как хлопок и лен, легко разглаживаются при максимальной интенсивности пара и максимальном нагреве подошвы. Все гладится идеально. А для деликатных тканей мы просто уменьшаем нагрев, интенсивность пара, и точно так же парогенератор справляется с ними отлично. У этого парогенератора имеется керамическая подошва, которая бережно гладит ткани. Она не прилипает, не пригорает, не оставляет блеска на ткани. Такая подошва очень быстро нагревается, и если нужно переключить режимы, она также быстро и остывает. Кнопка подачи пара находится в удобном месте. У нас здесь всегда доступ к этой кнопке, и в любой момент мы легким движением можем нажать эту кнопочку, и пар подается незамедлительно. Также на корпусе утюга есть замочек, то есть когда он устанавливается на базу, замочек закрыли, и в принципе можно уже переносить весь парогенератор за ручку утюжка. Как я уже сказала, интенсивность нагрева можно менять, и вот здесь вот есть такой диск, который крутится, можно установить минимальную
температуру нагрева, максимальную, а также три режима здесь есть. Одна точка, две точки и три точки. Отдельно хотелось бы сказать про резервуар для воды. Во-первых, очень большая емкость, сюда входит 1,8 литра. То есть этого объема воды хватит надолго, вы перегладите много белья. И если даже вдруг вам не хватит этого объема, то легким движением руки прямо во время глажки можно снять этот резервуар, налить сюда воды, вставить снова и продолжать гладить, даже не отключая от сети. Смотрите, хотелось бы отметить, какой длинный шланг для подачи воды. То есть вот этот вот шланг, вот как вы видите, метра полтора, то и больше. И такой же длинный провод для подключения к электричеству. Смотрите, еще очень удобно, когда нам нужно поставить парогенератор, убрать для хранения, чтобы вот эти вот шланги нигде не болтались. Здесь есть специальный отсек, в который мы просовываем шланг. Посмотрите, как аккуратно все убирается и не занимает много места. Смотрите, высокая мощность парогенератора позволяет ему нагреваться в очень короткие сроки, буквально 2 минуты, и он готов к работе. Вот здесь вот есть табло, на котором мы можем выставить интенсивность пара. Здесь есть кнопочка включения. Мы видим, что он включен. И вот я сейчас переключила на самый большой пар. Пока парогенератор нагревается, вот этот вот индикатор мигает. Как только произошел нагрев, этот индикатор остановится и будет гореть постоянно. На утюге мы также видим, загорается индикатор, вот такой синенький. Как только подошва утюга нагрелась, этот индикатор гаснет. Здесь также есть индикатор воды в баке. То есть, когда заканчивается вода, этот индикатор загорается и парогенератор подает сигнал. Также на этой панели, когда вдруг накопится накипь, здесь загорится индикатор, который нам подскажет, что парогенератор уже необходимо почистить. То есть, когда загорается индикатор очистки, вот здесь вот откручивается вот эта крышечка и сливается отсюда вода. Чистка также очень простая. И что самое замечательное, если мы оставим без внимания парогенератор в течение 10 минут, через 10 минут он сам отключится. Это просто находка, по-моему. Кто забывал утюг дома и уходил куда-то? Вот, а этот сам отключается. Он вообще у меня умничка. Итак, смотрите, парогенератор у меня нагрелся, пока я тут с вами болтала. Давайте пойдем попробуем погладить. Ну все, смотрите, парогенератор нагрелся. Хочу вам показать, какой у него паровой удар. Гладим постельное белье. Это хлопок. Смотрите, как сразу все разглажится. Наволочку я специально сложила вдвое. В принципе, можно уже с обратной стороны не гладить. Смотрите, таким образом гладить постельное белье намного быстрее, а также намного эффективнее, потому что пар постоянно подается, и это также дезинфицирует нам белье. Очень понравилось гладить шторы. Во-первых, шланг у парогенератора вот такой вот длинный, то есть я достаю до любой точки. Утюг легко держать в руке.
Не надо снимать лишний раз, раскладывать на доске, повешал и тут же все это припарил. Смотрите, ежедневно приходится вязать какие-то образцы, какие-то детали. И видите, вот в таком вот виде они выходят из-под вязальной машины, и обязательно их надо отпаривать. Ну вот, смотрите. С обыкновенным утюгом, конечно, где не сильный паровой удар, справиться с такими образцами намного сложнее, чем вот с парогенератором. Поэтому я для себя, конечно же, сделала такой вот выбор. Ну что ж, давайте подведем итог. В заключение мне очень хочется сказать, что парогенератор мне понравился. Я использую его с большим удовольствием. Он мне очень помогает в работе. И поэтому я решила выйти на руководство компании Eisenhof и договорилась о скидке для моих подписчиков. Смотрите, в описании под этим видео я оставлю для вас ссылку, и вы можете перейти по этой ссылочке и купить точно такой же парогенератор Eisenhof VS 700 Pro со скидкой целых 7000 рублей. Компания также предоставляет рассрочку, и перейдя по этой же ссылочке, вы увидите там две кнопки Тинькофф и Сбербанк. Вы можете подать заявку в любой банк и купить этот парогенератор еще и в рассрочку. Ну а на этом у меня все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!